Лети, Сюнин. Расправь крылья, Сюнин. Я найду гребень. Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Есть еще где поискать? Что ищут эти люди? Мой гребень. Кто его найдет, с тем я и проведу вечер. Хочешь тоже поискать? Вот увидишь. Он должен быть где-то поблизости. Покажи мне все. Останусь здесь, замерзну. Thank you.
Ледяная. Кажется, это твой. Все, довольно. Поиски окончены. Гребень найден. В награду я проведу с тобой немного времени. Мы погуляем, а там посмотрим, куда заведет нас беседа. Ясно. Видим. Ты не похож на тех, кого обычно влечет ко мне. Ты суров, но в тебе есть... Утонченность? Прочие, как дубинки. Столь же неуклюже. Но ты проворен, как нож. Тебе так нужен хоть кто-то, что сойдет любой лесоруб или воин? Я была замужем. Мой Альфи умер 5 зим назад. Наш союз был безупречен. Мне не нужен другой муж. Но что, мне до конца своих дней жить без любви и внимания? Я так не хочу. А гребень? Может быть, гребень, брошь, браслет. Что угодно. Главное потерять, чтобы кто-нибудь смог найти. Есть интересные истории? Как-то раз ко мне трижды приходил один человек. Я даже испугалась. Оказалось, тройняшки. Если этот гребень тебе не нужен, что мне с ним делать? Возьми себе. Причешись. Или я могу тебя причесать. Причесать? Все состязание было ради этого? Я могу не только причесать, но и снять с тебя груз забот ненадолго. Если хочешь. Да, на моих плечах тяжкое бремя. Лишь нежные руки могут его облегчить. Позволь мне. Нежные руки. Грубый голос. Это было приятно. Оставь гребень себе на память. Спасибо, Билль. Ты сняла тяжесть, которую я не мог снять сам. Мне нужна твоя помощь, Сюнин.
Покажи мне. Тебе кое-что получше. Если ты настоящий дрэнг, для кого честь — это свет, струящийся в жилах, ты можешь помочь мне исполнить судьбу. Ты так далеко от тепла очагов, воин? Это место твой дом? Меня зовут Эрик Верный. Так назвал меня великий Рагнар Лодброк. Когда мы сражались на полях Англии, мы заводили семьи, разрушали королевства, ходили по морю. И вот, его больше нет. Вся Норвегия оплакивает Рагнара. Мне трудно представить, что чувствуют его воины. Нас, его самых верных дрэнгов, осталось всего 6. Но мы заблудились без его путеводной звезды. В этой пещере я узнал, что мы с Рагнаром связаны. Мы были юны и забрели сюда во время охоты. Он убил медведя одним ножом, запрыгнул ему на спину и не отпускал, пока зверь не испустил последний вздох. Мы радовались успеху вместе, как будто вместе убили медведя. Тогда я понял, что готов умереть за Рагнара. Я не погиб рядом с ним в яме со змеями Эллы, но я все исправлю. Сразись со мной. Мне нужно к Рагнару в зал Одина. Бой с таким дрэнгом — большая честь для меня. Скажи, как будешь готов? Я готов. За Рагнара Лодброка, конунга Норвегии. За Рагнара, за славу, за дрэнгов-странников я поднимаю клинок. Thank you.
Покажи, что там впереди.
Сюда! Игра в кости никому не повредит. Должно быть, они закончили. Конунг велел подать лучший мед. Значит, разговор окончен. Теперь можно заходить. Я готов к буре, что меня ждет. Пойду к Конунгу сейчас. Прекрасно, Конунг Стюрберн. Я передам твои слова племяннику. Думаю, он оценит их мудрость. Что ж, я на это надеюсь. Пусть тебе... Пусть тебе благоволят ветра, Гуттерм. Подойди, Эйвор, и объясни мне, почему же ты ослушался моих приказов? Это насмешка? Не насмешка, Конунг. Я лишь хотел, чтобы ты дал отпор врагам, услышал голос разума. Ты ничего не знаешь о моем разуме, как и о моих замыслах и стратегии. Сигурд понял бы меня. Может и так, но все равно подчинился бы мне. Он знает свое место. Не так хорошо, как знает отца. Представь, что тебе угрожает враг, чье войско значительно превосходит числом твое. Какая польза от войны? Не лучше ли избрать путь переговоров и поискать себе союзников? Дождаться, пока перевес окажется на нашей стороне, а победа у нас в руках. А у нас разве есть союзники? Или это лишь оправдание? Самонадеянность ослепляет тебя, Эйвор. Я день и ночь ищу союзников на севере. Скоро ты увидишь плоды моих трудов. Только тогда ты поймешь. Это все? Я в растерянности, Эйвор. Взяв тебя в свой дом, я и не думал, что сын Варина может вырасти столь непочтительным. Твой отец был верен мне. Он был справедлив и умер, чтобы могли жить все мы. Он умер как трус, Конунг. Со мной такого не случится. Зачем ты носишь на плечах такое бремя? Оставь прошлое. Думай только о будущем, о победах, которые ждут тебя. Моя честь запятнана. Я не могу думать ни о чем другом. Я не стану больше бередить эту рану. Но если что-нибудь может разогнать мрак в твоих мыслях... Сигурд прибыл. Его корабль уже у причала. Эйвор!
Сигурд! Смотри-ка, ты весь в крови, Дрэн! Что, сражался без меня? Ты просоленный викинг. Твоя борода пропахла дюжиной королевств. Я только начал. Рандви, жена моя. Твой муж вернулся. Привез дары и богатство для всех. И новых друзей. Да. Басим и Хайсон. Встретил их в Миклагарде. Они открыли мне его тайны. Мы благодарны Сигурду за приглашение и хотим почтить вашего конунга. Мой брат всегда тщательно выбирает себе спутников. Если он доверяет вам, то вы... ему по нраву. Эйвор, оставь это на потом, когда набьем животы. Пойду к отцу. Расскажу ему все. Мы торговали с людьми, чей корабль шел на юг. Они сказали, что Эйвора, брата Волка, схватили люди Кьотви. Они рассказали не все. Я убил тех, кто пленил меня, и спас своих, за что твой отец отчитал меня. Ты знаешь, что я думаю, брат. Лишь война избавит наши земли от Кьотви. Но конунг не согласен. Знаю. Знаю. Отец много думает и мало действует. Сегодня все решится. Обещаю. К концу зимы имя Кьотви Жестокого станет лишь пьяным ругательством. Сын мой! С возвращением! Отец. Сегодня мы будем пировать в твою честь, Сигурд! Столы накрыты, ячмень и баранина, хлеб и мед. Довольно, прошу. Мне хватит и того, что едят треллы. Позволь мне порадовать тебя. Я привез дары из далеких земель. И после этих двух зим мне есть что рассказать. Хорошо, хорошо. Заходи. А когда мы будем сыты и довольны, мы поговорим о Кьотви. О том, как изгнать его клан раз и навсегда. Он давно нас преследует. Уже много зим срамит нас. Я знаю. И Эйвор тоже. Мы дадим бой. Да, конечно. Когда придет время. На Руси мы путешествовали по Волге, и неведомые племена швыряли копья в наш корабль. В Миклагарде мы видели роскошные одежды, яркие, как биврёст. Мы взяли их себе, конечно. Мы побывали в Риме, в Африке, видели океан песка, воинов всех цветов и невероятные красоты. И вот я вернулся. С богатствами и славой для семьи и друзей. Для дрангов, закаленных холодом. Возьми себе все, что пожелаешь. Ибо все это всего лишь начало. Завтра наш клан начнет новую жизнь. Сколь, Сигурд! Сколь! А ты, Эйвор, идем. У меня есть кое-что для тебя. Рандви. Эйвор, ты уже ходил к Валке? Да. И? Я не могу это объяснить. И не хочу. Понимаю. Сегодня твою постель согреет вернувшийся муж. Должно быть, это приятно. Это не то, что спать одной. Теплее, но в то же время меньше места. Ты не рада возвращению мужа? Рада. Но прошло столько времени, он теперь как чужой. Мы женаты 3 зимы, и 2 из них его не было. Разве нельзя снова разжечь пламя страсти? Сегодня он согреет меня, разве что ветрами и хмельным дыханием. Вот бы нам всем так везло. Ха-ха-ха-ха.
Ты Басим. У тебя хорошая память. А у тебя нет меда. Тебе налить? Сигурд много рассказывал о тебе. Называл своей правой рукой и славным воином. Я очень рад знакомству. Я тоже, Басим. Как ты познакомился с моим братом? Не так давно он прибыл в Константинополь, как он сказал мне, за припасами. Но я не поверил. Люди с таким блеском в глазах всегда что-то замышляют. Думаю, он хотел ограбить собор Святой Софии. Возможно. Не буду вдаваться в подробности нашей встречи, но твой брат мне сразу понравился. Было в нем что-то, что привлекало меня. Как будто вернулись утраченные воспоминания о старой дружбе. Люди тянутся к нему. Приятного вечера, Басим. Сигурд принес своему клану невиданную славу, Конунг. Ничего большего мы и желать не могли. О нет, могли. Если бы Сигурд эти две зимы защищал наши земли, мы могли бы уже избавиться от Кьотви. Ты говорил, что нам для этого нужно больше людей. С теми богатствами, что привез Сигурд, мы найдем их. Этого не хватит на целое войско. Мы сможем разве что отсрочить конец. Ты будто одной ногой уже в Хельхейме. Ты уже придумал, как изгнать врага из наших земель? Или это предстоит нам с Сигурдом? Придумал. А вам с Сигурдом предстоит все исполнить. Дай слово мне не противиться. Все, что прикажешь, Конунг, будет сделано. Я останусь с тобой до конца. Посмотрим. Кайсон, верно? Верно. А ты Эйвор? Да. Надеюсь, наш пир тебя не утомил. Мы пьем так же быстро, как говорим. Вовсе нет. Правда, дым от вашего очага ест глаза. Но теплу я очень рад. Верно. Там, где ты живешь, наверное, тепло. Я нигде надолго не задерживаюсь. Но со мной всегда наставник. Басим. Наставник? В каком ремесле? Мы служим правде, что стара, как сам мир. Больше я пока сказать не могу. Понимаю. Но если хочешь сохранить свою тайну, не прикасайся к меду Теклы. Спасибо за совет. Это будет нетрудно. Я долго думал над достойным подарком. Ты разжег мое любопытство, брат. Что ты выбрал? Сначала мы выпьем. За мою первую за две зимы ночь в Форнбурге. К концу этой ночи я напьюсь так, что буду ругаться с тенями троллей. И ты хочешь, чтобы я плыл с тобой по волнам меда? Да. Деваться некуда, Дранг. Пей же. О, ты перепьешь даже Тора. Тебя долго с нами не было, брат. Ты не знаешь, на что способен мед Теклы. У него новый вкус. Мне нравится. Я рад, что ты вернулся, Сигурд. Да.
Мне этого так не хватало. Когда я встретил Басима, я много рассказывал ему о родине. Тогда-то мне и захотелось поскорее вернуться. Сюда! Теперь твой подарок. Они были моими проводниками на своей родине, в Аббасидском халифате. Их клан связывают не узы крови, а убеждения. Это тайное братство вершит справедливость по своим законам. Они открыли мне многие из своих самых сокровенных тайн, за что я им благодарен. И теперь я дарю одну из их тайн тебе. Лучший подарок для лучшего из воинов. Хайсом, похоже, недоволен. Я не заслужил такой дар. Важны не заслуги, Эйвор. Важна преданность нашему кредо и обучение. Хайсом, прошу. Я должен возразить. Это против наших правил. Скрытый клинок, священное... Клинок не предмет поклонения, Хайсом. Важен лишь разум того, кто им владеет. Прошу, примерь. Клинок должен быть с другой стороны руки, чтобы скрыть от взора цели. Я не хочу его скрывать. И лучше я не буду повторять вашу ошибку. Мне нравится. Это не ошибка, а добровольная жертва, чтобы доказать преданность. Хорошо, Эйвор. Но тебе нужно научиться им пользоваться. Идем. Это не для посторонних глаз. Веди. Этот ваш клан. У него есть имя? Есть. Но наше кредо обязывает нас не рассказывать посторонним слишком много. Возможно, ты узнаешь. Ибо у стен могут быть уши. Что ж, буду ждать. Я покажу тебе основные приемы. Если уметь им пользоваться, клинок разит с одного удара. Подходя к цели, найди уязвимое место. Важно выждать момент. Отлично! Клинок необычайно острый. Цели бывают непростыми. Не забывай об этом. Неплохо, неплохо. Нанеси удар с уступа. Превосходно. Хочешь испытания? Тогда прыгни на эту цель сверху. Вот так. Используй свое окружение. Спрячься в стоге сена, например. Все верно. Эйвор хочет присоединиться к нам? Нет, насколько я знаю.
Тогда зачем дарить ему клинок? У нас ведь есть более... Хайсам. Тихо. Ты молодец. Пусть Эйвор упражняется в одиночестве. Идем. Эйвор. Немного подышим ночным воздухом. Что думаешь о моих друзьях? В них ощущается и благородство, и угроза. Я понял, о чем ты. А еще у них есть знания. Цифры и письмо у них вместо волшебства. Басим столько всего показал мне. Я поделюсь этим с тобой, когда придет время. Я скучал по этому запаху. Ты вернулся навсегда или хочешь присоединиться к этому братству? Не думай об этом, Эйвор. Сегодня мы снова одна семья. Важно то, что здесь и сейчас. Наше родство, наш клан и слава. Я скучал, брат. Твои ум и отвага. Нам их не хватало в последние месяцы. Ты мне льстишь, брат Волка. А я и рад. До самой Вальгаллы я буду рядом с тобой, Сигурд. Всегда. Этот фьорд стал слишком мал для меня. Или я вырос. Мы еще столько не видели за этими клыками скал. Англия, Ирландия, земли франков, зеленые пастбища ждут нас. Завтра мы пойдем войной на Кьотви. Вернем отнятые им земли. Потом создадим королевство для нас. Я с тобой. Скажи только слово. Я рад. Отдохни и приходи на рассвете. Норны все сказали. Ты предашь Сигурда. Нет, это не так. Не может быть. Один боролся с судьбой. Это возможно. Ты предашь Сигурда. О, нет. Люди Кьотви.
одиночку они не приходят. Поищу остальных. Нам надо возвращаться в Нотфолл, пока можем. Мы можем принести к Йотве весть о кораблях или голову Сигурда Стюрбьернсона. Что лучше? Ладно. Ждем, а к Йотве все сильнее. Я говорю, как твой конунг, не как отец. Ты должен повиноваться. Будешь бездействовать, перестанешь быть конунгом. У нас не хватит людей, чтобы взять крепость к Йотве. Мы потеряем все. Уже потеряли, отец. Если не отсечь змее голову, яд будет травить нас капля за каплей. Этот яд уже просочился в наши воды. О, боги! Что случилось? Лазутчики. Кьотви поручил им убить нас во сне, но он просчитался. Видишь? Все из-за твоих отсрочек. Мы должны ответить Кьотви. Они пришли из Нотфола, деревни, что во власти Кьотви. Сожжем ее. Пока Кьотви не понял, что лазутчики мертвы. Может, есть и другие. Поищу, пока ты собираешь дружину. Не нужно. Я отправлю туда Хайсама. Он все уладит, пока нас не будет. Нас? Ты собираешься с нами? Пусть меня не готовили к Вальгалле, но это далеко не первый мой бой. Я не одобряю, но мешать не буду.
Убереги Сигурда от той бури, что преследует тебя.